Добрый день, дорогие друзья! Пламенный, горячий, теплый, сердечный привет из Молдавии, из Кишинева. Краткое содержание первой серии сельского сериала о том, как мы едем к Саше в Осиены. Саша мой друг. Серия начинается с того, как мы едем в машине и с радостью созерцаем молдавские пейзажи на пути в село. Заезд в село, через село новые русешты, сельская атрибутика, дома, заборы, магазины. И уже непосредственно подъезд к Сашиному двору, созерцание прекрасной природы вокруг его дома, прекрасный пейзаж, который открывается на кадры, очень красивый ракурс. Смотрим Сашин Мерседес арабского скакуна. Заезжаем, Саша заезжает во двор, обозреваем двор, беседку Сашину, место, обсуждаем место будущего озера, макета моря Сашей, обходим двор. Саша с интересом рассказывает про свой колодец, которому более 100 лет. Орехи. Показывает свои автомобили, которые находятся у него во дворе. И желаю вам приятного просмотра второй серии. Доброе утро, дорогие друзья. Второй день пребывания в Осиенах. Сейчас мы с Шурой идем в сельский магазин. В гастроном. Гастроном. И Шура хотел показать свои грядки. Вот эта грядка, что Шура здесь посажена? Цветочки, огурцы, клубника. Это все посажено в этом году. Угу. Надеемся, что что-то и получится. Да. Цветочки на клубнике. Уже клубника появилась, уже есть. Ага. Самое интересное, что да. Вот мой младший сынок, да, посадил дерево. Вот да? Это яблоня? Яблоня. Да. И яблоня полна урожая в этом году. Вау. Первый год. Вот это вот очень... И вот это. А это черешня, да? Вот это? Все две черешни. Три черешни, потом абрикосы. Короче, сад посадил. Дай бог. Молодец. А это помидоры. Это помидорчики. Да. Грядка с помидорчиками. Да. Ты помидорчики рассаду садил или семена? Нет. Я рассаду садил, у меня сосед занимается, растут до 3 метров. Ау. До 3 метров. Надо вот опоры это... им ставить, да? Опоры. Да. Ну что ж. Надо будет заняться на днях. И сегодня будем ремонтировать глубинный насос для полива огорода. Угу. Туи, деревья. Вот мне нравится. Вот розы у меня, юки тоже принесли. Угу. В прошлом году сажал юки. Вот. Это вот. Юки называется? Да. А я думал, они замерзли зимой, но они пришли себя. Ага. Розы по всему огороду. Ну и, соответственно, конечно, вот моя работа. Моя вот. Работа, моя техника. Вот это боевая Алантра, да? Алантра боевая, да, я на ней езжу. Она мне поддерживает свой жизненный тонус на диализе. Ага. Я только вот благодаря ей на белом свете нахожусь. Езжу на Элантра. Да. Угу. Там Audi 80, Nissan Премьера, Nissan Sunny. Ну и, конечно... Арабский скакун. Гордость немецкого автопрома. Да, это последний Мерседес настоящий. Да, 85-й год. О, это я пошел в армию в том 85-м году. Несравнимо ни с какой техникой в этой жизни. Ваш оператор пошел в советскую армию. Вот он, арабский скакун 85-го года. Сколько же ему лет? Получается... Без 100 грамм не разберешься. 25... Подожди. Ой, 15 плюс 21, 35 лет. 35 лет, да? Это вот выпуск, а модель она еще раньше. А кабан когда, этот 140-й когда появился после него? В каком году? В 89-м.
потому что... Я знаю одно. Я знаю. Он 85-го года. В Молдавии таких экземпляров очень мало. Он не супер лонг, а средней длины. Ага. Средней длины. То есть, видите, замаскирован, как настоящий фашист. В траве. В траве, все как положено. Ой, гусики. Если я ему сделаю стартер, когда сделаю стартер, да? Да. Я выкину отсюда газовую установку, то, что молдаване установили. Ага. То есть, а он должен быть оригинальным фашистом. Ага. Оригинальным. Понял. Вот. 3 литра коробка автомат. Бензин. 3 литра, 3.0 бензин. Это Оптима, танк, Оптимус. Немецкий танк и все. Шура, как я определил гусиков? Это не утки, это гуси, правда? Наверное. Да. Да. Вот я, видишь, да. Тоже житель сельский. Да. Я же у бабушки жил, но у бабушки да. Не было гусей. Были. Бона зива. Вот мы идем по Васиену. Статску. Здороваемся с жителями Васиен. Идем в гастроном, да. С дядей Шурой. Идем в гастроном. Гусики. Будущий холодец и гусь в духовке. Да, вот. С яблоками или с капустой, с рисом. Как то, что видит. Музыка сразу вот, такая. Вот, Михалыч, все мое детство прошло вот здесь. На этих улицах. На этой ага. И вот вы в том направлении, там река Ботна. Ботна. Вот, слышал за коньяк Ботна? Конечно, я вот. В первую очередь я про реку я не знал. Вот, Ботна, это река да. Протекает через наши села. А сколько широкая она имеет? Она бывает вообще пропадает, когда засуха летом. А так бывало, что мы даже рыбу там ловили руками. Руками, пескарей, классно. Да. Потом бывало так после ливней, бывало, что не пройти реку. Сейчас на Пасху был с младшим сыном, ага. Прогуливались до речки. Ага. Сегодня, то есть сейчас мы этого не сделаем, потому что там на кухне процесс происходит, надо быстрее вернуться обратно. Ага. Да. А похоже, или завтра можем ходить по боевым, по местам боевой славы, как говорится. Ага, да. Вот, Васиен. И всем, кто с Васиен, далеко от родины, да. Всем привет от меня. Я гость Васиен и от дяди Шуры Дарья. Большой пламенный привет. Да. Большой пламенный привет. Погода хорошая. Погода. Good. Мы идем в гастроном, давление 140 на 90, только что померил, значит будем жить. Все классно. Вот сосед мой продает рассаду постоянно. Ага, видите, как вот на тротуаре рассада продается, дары. А вот и гастроном, да? Да. Вот сельмак. Гастроном. Самые хорошие названия. Да. Не даже там супермаркет, нет. Гипермаркет. Вот. Смотрите, какая дорога. Ой, как хорошо, да. Да. Хорошо в деревне летом. Только я вот одет не по летам. Я по городскому чуть одет. Вот. А там снимать можно внутри? Конечно. Не будут? Мы без масок, правда. О, видишь, полиция? Полиция, видишь? Да, да, да. Ой, тут столики есть даже, Шура. А? Тут, ой, какая да. Лафа, посмотрите. Гастроном, терраса. Да, гастроном, терраса. Тут все вот так вот. То, что я самое большее люблю. Гастроном, терраса. Здравствуйте. 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 Да. Канал Кишинев Молдова приветствует вас. А. Дарина, да? Очень Дарина, приятно. Да. Вот я в гастрономе. Мне здесь сделали кофе. Кофе здесь стоит, как в Болгарии, 5 лей. Вот. И быть
быть в гастрономии, не выпить кофе, это просто грех. Чура, дай мне отвержу. Возьми кофе, пожалуйста. Да. О, спасибо. Сейчас мы вот сядем на террасе и насладимся всей прелестью деревенского гостеприимства. Гастронома, да. Да. Сейчас я вам покажу террасу. Вот видите, тут террасочка такая. Это почти как в Болгарии. Тоже мои любимые магазинчики, такие маленькие. Терраска. Я пока там пойду. Да, да, Шура, да. Вот. Терраска. Мы тут сейчас присядем, выпьем кофе. Вот здесь я себя чувствую как дома. Это моя сфера, моя среда. Я очень люблю такие места. Вот. Познакомились с человеком, и уже я его слегка проконсультировал, где находится наш государственный архив, Старичи вилла называется, если у человека украли документы, там военный билет, короче, паспорт, все дела. И вот он разговорился с Сашей, а Саша в Осиенах знает все. Он живет в доме, где живет Сашин учитель по физике. Со школы, да, вот такой вот магазинчик, прекрасно здесь, видите, как гастроном бассейновский, да, вот оно как.